И в ментол, блядь. А ты его сбил-то? Телефон 495-730-730-0 и на сайте kassir.ru. Блядь, Игорь! Чё за хрень, смотри! 8-495. Урод, он уехал? Века. И началось все с того, что австралийские трудящиеся потребовали 8-часового рабочего дня. В Российской империи 1 мая, как день международной солидарности, впервые от... Сука! Пидорас, стой, блядь! Эх ты, на! Придурок! Следующие годы, естественно, там достаточно серьезные средства были заложены, потому что экономика получится на этом. В остальном, давно постоянно призывает правительство не наращивать возничные расходы социальные, но, как мы помним, в 2012 году существенные возничные расходы были. Придурок, смотри! И вот так вот, а вот он, красавчик, блядь. Да мы про разные вещи говорим. Вот так вот, сука. Все, пизда. Да ёб твою мать, блядь. Охуеть, вот такой же клоун. Боже. Нет, конечно, но это и правда. Ох ты, ёлочки. Назад, назад. Назад не надо, мы назад. Колесо задел. Он сейчас еще врежется. Ох, нихрен, занесло. Все, занесло, удар. Блять. Все, ушел, короче, не доезжая Гагарина, он прям вот здесь. Да, вот не доезжая Гагарина, прям вот чуть-чуть. Вот так, отлично. Вот. Ну все, теперь они тут встанут, и мы тут будем вечно. Ты, я здесь? Говорю. Ёбаный в рот, нахуй. О, боже мой. Я бы не встал. Господи. Господи.
Смотришься в дороге.